Ràdio Bonanova. Ràdio Bonanova. El 107.1. Bonanova. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Целый день идет дождь, летний, теплый, как парное молоко. Этот дождь напомнил ей, как в детстве, в один из летних вечеров, маленькая Аня, усевшись на теплые бабушкины колени, старается повторять молитву слово в слово. Думать о словах молитвы некогда, она старается не отставать. Бабушка молилась о папе и маме, о соседях и друзьях, о государстве. А еще она молилась об Анином будущем муже. Это было удивительно и не совсем понятно. Она совсем еще девочка, которая перешла во второй класс. С мальчиками Аня дружит. Зачем ей за кого-то выходить замуж? Самое лучшее, когда Аня, свернувшись калачиком под одеялом, пристроившись под самое бабушкино ухо, слушала ее рассказы об Иисусе. Тогда, будучи маленькой девочкой, она думала, что все бабушки на ночь рассказывают детям о Боге. Представляем вашему вниманию рассказ Галины Гайдаш «Жди меня», основанный на реальных событиях. Довольно часто, возвращаясь мыслями в далекое детство, она только сегодня вспомнила о том, что бабушка возносила к Богу молитвы за ее будущего супруга. Воспоминание было подобно откровению – и в этот момент будто слабый электрический ток прошел по всему телу. Почему раньше она не вспоминала об этом? 30 лет прошло, давным-давно нет бабушки. И мужа нет. Никогда не было. Есть много хороших друзей, они вместе ходят в церковь, у многих семьи. А у нее, у Ани, только Бог. Ему она пишет письма, открывая желания и тайны своего сердца. Она опустилась на колени и сильно сжала веки. Так сильно, что две крупные слезинки, появившиеся из-под длинных ресниц, стали похожи на капли дождя за окном, только соленые. «Господи, прошу, ответь мне, почему я до сих пор одна? Если ты сотворил женщину как помощницу мужчине, то для кого ты меня предназначил? Ты знаешь, что я хочу иметь семью, хочу успеть родить ребенка. Ведь не грех то, чего я хочу. Ты сказал, что не имеете, потому что не просите». А я прошу, я так много и долго прошу, что, наверное, тебе надоело об этом слушать. Конечно, если ты решил, что мне надо остаться одной, то пусть так и будет. Господь мой, я обещаю больше не просить и не напоминать. Ты слышал все мои молитвы, и бабушкины тоже. Ты, Господь, ты решаешь. А я принимаю твою волю относительно моей жизни и смиряюсь, хоть мне и больно. Помоги мне примириться с твоим решением. Поддержи меня. Аминь. Вот и все. Теперь действительно все. Даже дождь прекратился. Анна подошла к зеркалу, внимательно всмотрелась. Те же большие серые глаза в облаке длинных ресниц, четкая линия бровей, губы красивой формы, стройная фигура. Только уже стали проявляться маленькие, слабо заметные морщинки возле глаз. А в целом она та же Анечка, будто время невластно над ней. Пройдясь по каштановым волнистым волосам расческой, Анна привычно подняла волосы вверх. Скрутив их каким-то замысловатым узлом, пришпилила большой заколкой, выпустив по завитку над висками. Пригляделась. Так она выглядела моложе. Итак, с сегодняшнего дня она начинает новую жизнь.
она не будет так упорно думать о замужестве. Анна, встряхнув головой, как бы очнулась. Главное не думать, не мечтать, иначе это желание ее сердца опять возьмет над ней верх. А этого больше не должно случиться. Вот и небо прояснилось, ветерок разогнал облака. Яркий солнечный свет мгновенно как бы согрел комнату и развеял грустные мысли. Аня подняла за колечко брелок в виде круглого стеклянного шарика и залюбовалась. Он заискрился, а золотая рыбка внутри словно ожила и зашевелила плавниками, открывала рот и казалась живой. Просто чудо какое-то. Она впервые увидела это. Не знала, какой секрет сокрыт в этом неожиданном вчерашнем подарке. Вчера в церкви, сидя на последнем ряду, она слушала выступление гостей. Проповедь была яркой и захватывающей. Увлеченная, она не заметила, как рядом присел незнакомец. Заметив интерес, с каким слушает соседка, спросил, нравится ли ей. Так они незаметно познакомились и после разговорились. Иван оказался одним из гостей. Рассказывал об их городе, церкви, затем о себе. У него замечательная жена и двое чудесных малышей. Анна тогда грустно улыбнулась. А у нее ни детей, ни мужа. Затем, неожиданно для самой себя, Анна начала рассказывать о том, что мечтает иметь семью, ребенка, но время проходит, унося молодость, и ничего не меняется. Она просто жаловалась на свое одиночество совершенно незнакомому человеку. А он внимательно слушал, давая ей возможность выговориться. Тогда Аня была благодарна ему за внимание, но сейчас подумала, как она могла быть столь откровенной, ведь это совсем незнакомый человек. Внимательно, с видимым сопереживанием, выслушав ее, Иван сделал маленький подарок. Отстегнув брелок от ключей, он протянул его Ане. «Не унывай, ты будешь счастлива. Бог даст тебе все, ибо верен обещавший». Сейчас, вспоминая их беседу, Ане стало стыдно, даже щеки загорелись румянцем. А золотая рыбка в хрустальном шарике, открывая и закрывая рот, словно говорила: «Да-да, жаловаться грех». Алексей проснулся очень рано, когда за окном было еще темно. Он встал и прошелся по комнате. Странное состояние не покидало его. Чем оно вызвано? Наверное, виноват этот сон, такой ясный, четкий, словно не сон, а видение. Подойдя к мольберту, прикрепил чистый лист бумаги. На белой поверхности сначала появились большие глаза, немного грустные. Черные длинные ресницы сделали их еще больше. Потом носик, точеный, чуть вздернутый. Красивого рисунка губы, контур бровей. Изящный овал лица. Восстанавливая в памяти мельчайшие черты, Алексей нарисовал необычный узел волос на макушке, два свободно свисающих локона на висках. Еще не все. Удивляясь тому, что делает, Алексей нарисовал в ее руке брелок, тот самый, который он подарил своему другу Ивану перед его поездкой в Беларусь, ограненный стеклянный шарик с золотой рыбкой внутри. Алексей внимательно всматривался в портрет. Ему незнакома эта женщина. Тогда почему так сильно и тревожно бьется сердце? Чем дольше он всматривался в лицо незнакомки, тем ближе и понятнее она становилась. Алексей представил, как она ходит, как разговаривает, как поворачивает голову. Какую-то долю секунды он думал, что задохнется от нахлынувших чувств. Он не знал, как это случилось и почему, но знал главное. Она где-то есть, и ему нужно встретиться с ней. Потрясенный, он опустился на колени. «Господи, где мне найти ее?» Звонок в дверь вернул его к действительности, и Алексей пошел открывать. На пороге стоял Иван, радостный, полный впечатлений от поездки. «Извини, что рано, не терпелось тебя увидеть», — обнимая друга, произнес он. Но Алексей, не дослушав товарища, спросил неожиданно: «Ваня, а где мой брелок сейчас?» Иван не ожидал такого вопроса и, как будто споткнувшись, чувствуя себя немного смущенным, стал объяснять и извиняться. Он рассказал, что подарил его молодой женщине, которую очень хотел поддержать и ободрить.
Алексей подвел друга к мольберту. «Иди сюда. Он у нее?» Иван во все глаза с удивлением смотрел на знакомое лицо и молчал. Он был потрясен. «Да, брелок у нее. Ее зовут Анна. Поезжай к ней, она давно ждет тебя». Итак, стоит ждать. Ожидание может быть пассивным. Представьте себя на автобусной остановке. Автобус опаздывает. Его нет уже 10 минут. Ожидание становится тягостным. 20 минут. Оно становится нестерпимым. Проходит 40 минут. Вы готовы взорваться. Ожидание может быть активным. В другой раз вы берете с собой увлекательную книгу. Автобус также опаздывает на 40 минут. Все ожидающие его уже дошли до точки кипения. А вы так увлеклись чтением, что не заметили, как пролетело время. Так может, действительно стоит принять время, пока не замужем, как дар? Обратите внимание на открывающиеся перед вами возможности. Есть время сформироваться физически, а это немаловажно. Некоторые девушки выходят замуж очень рано, не думая, что замужество влечет за собой материнство. А это большие физические, моральные и духовные нагрузки. Вчерашней школьнице, недавно положившей любимую куклу на полку, трудно проводить бессонные ночи в заботе о малыше, кормить его, стирать, готовить. В общем, быть замужней женщиной. Это возможность получить образование, подумать о будущей профессии. Время, когда дети живут дома с родителями под их опекой, проходит очень быстро. Многие женщины сетуют, что в свое время, когда была возможность, не послушались родителей и не получили образование или оставили учебу, выйдя замуж. Конечно, есть прекрасные специалисты-самоучки без образования и диплома. Но жизнь идет своим чередом, у нее свои требования, и у образованного человека больше возможностей получить работу, обучиться чему-то новому, повысить квалификацию. Наконец, это прекрасное время, чтобы возрасти духовно. Время, чтобы постичь и приобрести духовные ценности. Конечно же, христианские. Иначе что потом вы передадите своим детям? Иисус Христос, тот, кто принес женщине свободу, определил ее роль и место в жизни семьи и общества. Он желает самого лучшего для нашей жизни. Но иногда происходит так, что мы сами препятствуем тому, чтобы Бог действовал в нашей жизни, забегая вперед Него. Женщина может почувствовать, что действительно максимально реализовала себя, когда живет по воле Божьей. При этом не имеет значения, замужем она или нет. Это зависит от того, насколько посвятили вы себя, свою жизнь Богу, единственному, кто может сделать вас счастливыми по-настоящему. Каждую из нас Господь создал уникальной. Он Творец и знал, что делал, давая нам именно то, чем мы обладаем. И каждой Господь говорит: «Ты прекрасна». Печальные, чтобы дни тревожные.
драгоценную. Когда будут дети все, в ней словно цветы и благоухание, радости священное, дом земной наполнит ваш светом красоты и благоухание, радости священное, дом земной наполнит ваш светом красоты. Для вас теперь наши пожелания. Счастье пусть останется с вами навсегда. И благословенная, Господу угодная, ваша жизнь для Господа светит, как звезда. Благословенная, Господу угодная, ваша жизнь для Господа светит, как звезда. Пусть не вечен этот день, долгожданный, праздничный. Платье белоснежное, белая фата. Встретим в радости мы у ног Христа. Почему ты не ешь? Ты что, хочешь заболеть еще больше? Я сколько раз тебе говорила, если не будешь кушать, то заболеешь и умрешь. Быстро ешь! Гневный голос рассерженной мамаши разносился по коридору больницы. Напротив нее сидел мальчуган лет 10. Его прозрачно-голубые глаза были полны слез. Растерянно и испуганно он смотрел на мать, которая продолжала ругать, устрашать, проклинать собственного сына. Да, именно проклинать. Не осознавая того и, наверное, искренне заботясь о благе своего ребенка, она, тем не менее, собственными устами посылала проклятие в его жизнь. Другой пример. «У меня никогда не будет таких непослушных детей», — самоуверенно заявляла каждый раз молодая девушка, глядя на шаловливых малышей старшей сестры. Прошли годы, она вышла замуж, но вот досада, детей так и не появилось. Смерть и жизнь во власти языка. Книга притчи, 18 глава, 22 стих. Это не просто цитата из Библии, но духовный закон, установленный Богом. Он словом своим создал все, так что из невидимого произошло видимое. Наши слова также имеют власть созидать или разрушать. Невидимое сказанное слово дает видимый результат так же, как посеянное семя приносит плод. Итак, что мы сеем в свою жизнь, в жизнь наших близких, детей? Благословение или проклятие? Не являются ли некоторые неудачи в нашей жизни результатом неверных, порой необдуманно сказанных слов? Журналист Ирина Ярмолик рассказывает случай из своей жизни. Одна женщина все время жаловалась на сильные боли в желудке. Слушая ее, я мысленно молилась. Во время молитвы Бог открыл мне причину ее болезни. Я спросила ее,
А скажите, а как вы реагируете, если вам что-то не нравится? Например, какая-то вещь, цвет или фасон?» Женщина пожала плечами, раздумывая. Тогда я задала конкретный вопрос. «Вы часто употребляете выражение «не перевариваю», не правда ли?» «Даже не знаю», — задумалась она на несколько секунд. «Ну, вообще-то я много чего не перевариваю. Например, коричневый цвет просто терпеть не могу». «Да ты постоянно говоришь так», — вмешалась ее подруга. «Не перевариваю то, не перевариваю это. Ты даже не замечаешь своих слов». А вот еще одно, вроде незаметное, но далеко не безобидное выражение. Не приходилось ли вам говорить что-то вроде «я терпеть не могу, когда»? Нет никакого терпения. Говорим мы, не задумываясь, а затем удивляемся, откуда у нас вспыльчивость, раздражительность, гневливость. А сами хотим быть терпеливыми, спокойными, уравновешенными. Нет никаких сил. И вслед за этими словами приходит усталость, вялость, бессилие. С ума сойти можно. А что последует за этим страшным исповеданием? Конечно, не всегда причиной наших проблем и бед являются только слова. Но давайте не будем недооценивать их силу. Наверное, кто-то из нас встречал людей, которые говорили, что в каком-то определенном возрасте они умрут. И действительно умирали, потому что слова их явились для них разрушающим проклятием. Если мы убедились, что смерть во власти языка, то нам пора понять, что и жизнь тоже во власти языка. Однажды отец с сыном отправились в горы. Неожиданно мальчик споткнулся и упал. Больно ударившись, он закричал: «Ой-ой-ой!». К своему удивлению, он услышал, как где-то в горах какой-то голос вторил ему: «Ой-ой-ой!». Побуждаемый любопытством, мальчик прокричал: «Кто ты?». И в ответ услышал: «Кто ты?». Рассерженный таким ответом, мальчик громко крикнул: «Ты глупец!». «Ты глупец!» — донеслось в ответ. Тогда мальчик посмотрел на отца и спросил: «Что это такое?». Отец улыбнулся и сказал: «Сынок, слушай внимательно». Затем он прокричал в направлении гор: «Ты молодец!». Голос ответил: «Ты молодец!». «Я люблю тебя!» — снова прокричал отец. «Я люблю тебя!» — послышался ответ. «Ты победитель!» — крикнул папа. «Ты победитель!» — уверенно повторил тот же голос. Удивленным, непонимающим взглядом мальчик смотрел на отца. Тогда отец объяснил сыну: «Люди называют этот голос эхом, а в действительности это жизнь. Она возвращает тебе назад все, что ты говоришь или делаешь». Друзья, если хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, измените свои слова. Одна женщина поделилась своим опытом преображения жизни. «Раньше в моей душе царило уныние. Поводов для радости было мало. А если к тому же происходила ссора с мужем или с детьми, то жизнь вообще казалась невыносимой. Все, что я чувствовала, горечь, обиду, злость, я выплескивала на близких, пытаясь множеством красочных эпитетов выразить свою внутреннюю боль. Мне так хотелось дать им почувствовать, как тяжело у меня на сердце. Я говорила, что моя жизнь подобна тюремному заключению, что нет ничего хорошего в такой жизни, нет смысла, нет надежды. Но от того, что я облекала свои эмоции в слова, мне все равно легче не становилось». Принцип «выпусти пар, и тебе полегчает» не срабатывал. Со временем я поняла, что мне необходимо меняться. И я решила, что не мои эмоции будут диктовать мне слова, а мои слова будут управлять моими эмоциями. Я стала положительно отзываться о себе, о своей жизни, о своих близких. Постепенно в жизнь пришла радость, а поводов для размолвок стало значительно меньше. Я учусь решать их по-другому, не подбрасывая дров в огонь. Я увидела, что состояние моего внутреннего мира зависит от того, что я говорю. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается,
записано в Библии в притчах 18:21. Сегодня каждый день в моей жизни радостный, даже тогда, когда, казалось бы, нет для этого повода. В Ветхом Завете дано множество примеров того, как отцы благословляли своих детей. Произнесенное слово «благословение» было своего рода печатью, закрепляющей за ребенком определенное благо или преимущество. Особой привилегией обладали первенцы, потому что на их долю приходилось самое весомое, первое благословение. Традиция благословлять своих детей соблюдается и поныне в еврейском народе. Ортодоксальные евреи благословляют своих детей в пятницу вечером, накануне субботнего дня покоя. Не потому ли среди еврейского народа так много преуспевающих людей, ученых, лауреатов Нобелевской премии? Мэри Руф Своуп в своей книге «Ежедневно благословляйте своих детей» приводит замечательный пример того, как действует благословение. Она рассказывает о родителях 11-летней девочки, которые были в отчаянии из-за того, что их дочь страдала недержанием мочи. Узнав о силе благословений, родители решили применить знания на практике. Уложив дочь спать, они возложили руки на ее тело и благословили почки, приказав им не выпускать мочу до утреннего пробуждения. В дополнение к этому, они благословили каждый орган ребенка и поблагодарили Господа за ответ. В результате девочка никогда больше не просыпалась в мокрой постели. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Марка, 11 глава, 23 стих. Пусть эти слова Иисуса вдохновят нас произносить слова веры, благословляющая направленность которых будет созидающим началом нашей жизни и жизни тех, кто окружает нас. Желаем всем нашим слушателям поступать мудро и отказаться в своей жизни от всякого рода недостойных, неправильных вещей. Познавайте совершенную волю Господа и открывайте для себя безмерное богатство Его любви. Пусть ваши уста исповедуют каждый день, что Иисус есть Господь, а сердце ваше наполняется верой Божьей. Пусть ваши души утоляют духовную жажду лишь из одного источника, которым является Дух Святой. Да будете вы поистине детьми Божьими, чьи жизни подобны цветущему, приносящему много добрых плодов саду. Люди, научитесь жизни только лишь прощать.
эфире детская передача «900 секунд». Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Здравствуйте, Аня! Представляете, я сегодня встретил своего знакомого, Мишку. И он рассказал, что каждый день встает в 6 утра, делает зарядку, бежит на стадион делать всякие упражнения. А потом еще и обливается холодной водой. Знаете, для чего? Для чего? Он мне сказал, что если так делаешь, то никогда не будешь болеть. И можно очень долго прожить. Вот я теперь и не знаю. Может, и мне начать заниматься спортом и закаляться? А ты хочешь долго жить? Ну, а что? Это было бы неплохо. Тем более, всегда быть здоровым – это вообще круто. В этом, наверное, и есть счастье. Во всяком случае, Мишка очень счастливый. А в школе нам говорили, что беречь здоровье нужно с детства. Вот и получается, что Мишка все правильно делает. И его жизнь потом будет долгой и успешной. И ты правда думаешь, что только от этого зависит счастье, успех и долголетие? Ну, я точно не знаю, но думаю, что это одно из основных правил для хорошей жизни. Да, интересный вывод. Конечно, Мишка в чем-то прав. Занятия спортом, ранний подъем, зарядка и закаливание вреда, конечно же, не приносят, и от них есть польза. Но если бы все было так просто, то люди давно бы избавились уже от всех болезней и жили больше 100 лет. Однако этого нет ни в одной стране и даже ни в одном городе. И вряд ли во всем мире найдется полностью здоровый человек. Ну, может, это от того, что не все ведут такой образ жизни? А многие ленятся? Да, здесь ты тоже прав. Есть часть людей очень ленивых. Но и среди тех, которые ведут здоровый образ жизни, все равно не у всех все отлично, и вряд ли они полностью счастливы, даже если и проживают долгую жизнь. Но почему? Потому что для счастья нужна гармония. Это значит, что тебе нужно быть не только здоровым физически, но и чтобы не было ничего плохого в сердце. Ведь если тебя кто-то обидит или ты с кем-то поссоришься, то уже день будет испорчен и счастья уже не будет. Действительно. А если человек постоянно с кем-то ссорится, то ходит злой, раздражительный, угрюмый, ему плохо, и он уже и не хочет долго жить. Тут он и может начать болеть, даже если и закалялся до этого и занимался спортом. Получается, что занятия спортом не важны? Важны. Но это не единственное, что нужно делать, и не самое главное. А главное, чтобы у тебя была взаимосвязь между твоим внешним физическим телом и твоей душой, духом. Знаешь, как раньше была поговорка «в здоровом теле здоровый дух»? Вот только далеко не все понимают ее настоящее значение. Нужно следить, чтобы было здоровое и то, и другое, а не только что-то одно. Ну, как следить за физическим здоровьем, это понятно. Мишка мне уже рассказал. Еще и сказал, книжку достать читать. А что вы имеете в виду следить за здоровым духом? О, об этом еще очень давно сказал один мудрый царь. Причем он это тоже говорил для детей. Потому что, как и говорят у вас в школе, здоровье нужно беречь с детства. Ух ты, царь! Расскажите скорее, что он говорил? Это сказал царь Давид, который верил Богу и служил Богу. Он не представлял своей жизни без него. Записаны эти наставления в 33-м псалме с 12 по 15 стих. Слушай, придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Ты видишь, что Давид говорит это тем, кто хочет жить долго и быть счастливым, иметь успех, потому что слово «благо» — это синоним слова «счастье». И он рассказывает, что, во-первых, нужно следить за своим языком, тем, что говоришь. Вспомни, мы когда-то уже говорили о вреде плохих слов и пользе хороших. А во-вторых, нужно делать только добрые дела. Нельзя не только делать что-то плохое, но и даже смотреть, как кто-то делает, или дружить с таким человеком. Вот что подразумевается под словами «уклоняйся от зла».
И эти два правила объединяются в третье. Оно стоит в самом начале. Давид говорит, что научит страху Господню. То есть самое главное – это жить с Богом и поступать так, как хочет Бог. И те два предыдущих правила – это именно то, какими хочет видеть Бог людей. Такими должны быть все люди, и тогда Бог будет помогать и благословлять. И царь Давид считал, что если жить по таким правилам, то жизнь будет долгой и счастливой, и дух будет тоже здоровый, а не только тело. Да, так кажется, что все очень просто. Всего три правила, но ведь они же включают в себя все. Это значит, что нужно быть настоящим христианином, поступать так, как говорят мне папа с мамой, как учат в воскресной школе, как вы рассказываете. Да, совершенно верно. Только те, кто верят в Бога, те, для кого Иисус лучший друг, стараются поступать так, как хочет Бог, как учит Библия, и в итоге они счастливы. И очень часто у них долгая и успешная жизнь. Потому что чем меньше грубых, обидных, плохих слов мы говорим, тем меньше мы ссоримся с кем-то, тем меньше врагов и больше друзей у нас становится. Конечно, это не означает, что у нас вообще не будет врагов. Но что может сделать враг, если у нас самый лучший друг и защитник – это Иисус? Он может и сделать счастливым любого, кто доверяет ему, ведь только Бог знает, что для человека лучше всего, ведь это Он Творец и Создатель. Кстати, я знаю историю о том, как мальчики поняли секрет счастья. Джо и Геральт были лучшими друзьями, и однажды они решили сделать себе санки, тем более, что и по прогнозу погоды скоро должен был выпасть снег. Каждую свободную от школы минуту мальчики проводили в сарае Геральда, отпиливая, строгая доски и заколачивая в них гвозди, пока, наконец, к их великой радости санки не были готовы к долгожданному снегопаду. Но снег не выпал. Наверное, ветер унес тучи в другую сторону после того, как синоптики составили свой прогноз. Уже и наступил сочельник, а снега все не было. Но вдруг температура резко упала вниз, подул сильный ветер, и, проснувшись утром, Геральт сразу же догадался, что произошло, потому что увидел на потолке солнечные блики, отраженные снегом. Он вскочил с кровати, как можно быстрее оделся и бросился к сараю, в котором так долго лежали драгоценные санки. Геральт оттащил их по снегу к дому и побежал разыскивать Джо. Как они были счастливы! Это превзошло все их ожидания. Никакое другое Рождество не могло бы начаться для них столь радостно. Они бежали по улице, таща за собой санки. Школьные друзья, которые тоже хотели присоединиться к ним, кричали: «Счастливчики! Можно мы тоже прокатимся на ваших санках?» «Потом!» – отвечали им Джо и Геральт. «Сегодня мы хотим кататься сами!» «Одолжите нам одни санки!» – просил знакомый мальчик. «Еще чего!» – крикнул Джо. «Надо было самому сделать такие!» Вскоре мальчишки уже были за городом и взбирались на гору, таща за собой санки. Затем они проверили скольжение, и веселье началось. «Жих!» – и они понеслись вниз с горы. Затем снова на вершину. Потом еще один захватывающий спуск. Так вдвоем они катались около 2 часов. Однако, немного погодя, Джо заметил перемену в настроении Геральда. «Что случилось, Геральт?» – спросил он с некоторым беспокойством, когда они в очередной раз вместе поднимались в гору, на этот раз немного медленнее, чем обычно. «Ничего особенного», – ответил Геральт. «Но почему-то в этом нет такого удовольствия, которого я так ждал». «Нет?» – переспросил Джо. «И я чувствую то же самое. Конечно, это вроде бы приятно, но мне как-то неловко. Интересно, почему?» Через время Джо сказал: «Мне кажется, я знаю, в чем дело». «В чем?» – спросил Геральт. «Я все думаю о ребятах. Мне жаль, что мы не взяли их с собой. Нехорошо с нашей стороны, правда?» «Да», – согласился Геральт. «А
Они съехали вниз в последний раз и повернули домой. По дороге они размышляли о том, как лучше провести день. Дойдя до города, они начали останавливаться возле домов всех своих друзей, у которых не было санок. Лица ребят, слушавших то, что Геральт и Джо говорили им, озарялись радостными улыбками. Едва закончился обед, как раздался стук в дверь. Выбежав, Геральт и Джо обнаружили толпу радостных, взволнованных детей, ожидающих их. «Ура!» – закричали все, кто увидели мальчиков. «Чур я первый!» – крикнул один. «Я первый!» – закричали другие. Джо и Геральт, разделив ребят на группы, сажали их по двое или по трое на санки и катали их туда и обратно по улице. Сколько там было радостных визгов! Как все смеялись и весело кричали! Так они целый день по очереди катали всех детей, лишь изредка затевая игру в снежки. Наконец, совершенно обессилев, Джо и Геральт отослали всех друзей по домам и поставили славно потрудившиеся санки назад в сарай. Они были очень счастливы в конце этого дня, хоть сами почти не катались. А все потому, что они поступили так, как учит Библия. Они были дружелюбными и поделились своими санками с другими. Классно! Теперь я точно знаю, что мне делать, чтобы жить долго и счастливо. Нужно не только закалять свое тело, но и свой характер, стараясь поступать все лучше и лучше, так, как хочет Бог. Все верно. Ребята, применяйте в своей жизни правила царя Давида, и тогда точно не пожалеете. Знаю, миром правит Бог, все в его руках он жизнь дает, его голос как небесный гром, за собой он меня ведет. Знаю, миром правит Бог, вижу страх я в глазах у врагов, слышу, как народ поет. Старый умер король, новый живет. Все, что было до тебя, я построил из песка. Ты твердыню дал моим ногам, свою силу рукам, силу словам. Я слышу колокола Сиона, небесный хор осеняет звоном. Я слышу, небо зовет мое имя, входи, дорогой. Я вижу руку любви твоей, и с каждым днем становлюсь сильней. Навсегда с тобой ты отведешь меня домой. Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona@hotmail.com или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Карер Санте-Усеби, 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна, или 7-я линия, остановка Плаца Малина, каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!